В Казани открыли юбилейный 10-й мотосезон. В честь круглой даты события отметили соревнованиями по стантрайдингу, трюковой ездой на мотоциклах. Мотовстреча подобного уровня проводится в республике впервые. Они бросают вызов законам физики. Езда на одном колесе для них – детский трюк. Райдер запросто прокатится и задом наперед, и без рук, и балансирует на небольших скоростях. Веса моим, как бы, моей программе добавляет то, что я не использую экипировку вообще. Только перчатки, чтобы мозоли не натерлись. И то они натираются. Искусством езды на квадроцикле Олег овладел за год. Теперь не пропускает ни одних соревнований, но приезжает не за главным призом, а чтобы повысить мастерство. Друг у друга что-то перенимаем, что-то видоизменяем, что-то добавляем. Вот. То есть, ну, оно, в общем-то, так и есть. Это как фигурное катание. Ведь все практически крутят тройной аксель, тулуп там, и так далее. Вот. И тем не менее, связка трюков, как это делается, чистота исполнения, артистичность, работа со зрителем. Стантрайдинг впервые проводят в Казани. Такими зрелищными соревнованиями в этом году открывают мотосезон. Пригласили десятки участников, среди которых мотоциклисты из Беларуси, Латвии и Литвы. Мало того, что это соревнование, это еще шоу для людей. То есть тут идет огромная работа со зрителями. Это высший класс, это мастер-класс, это стантрайдинг. Трюковая езда на мотоцикле – это танец мотоцикла. Танцы с мотоциклами Казань увидит еще не раз. Подобные соревнования организаторы надеются проводить чаще. Ксения Жаркова, Илья Савельев, Вести, Татарстан.